Отчего вы, голубчик, в печали? В чем тоски вашей тайная суть? Станислав и Владимир с мечами неспроста украшают вам грудь. Вам ли, сударь, не видеть развязки? Так довольно хандрить, милый мой. Нынче армия в Новочеркасске, здесь начало дороги домой. Парадам, 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 парадам. И не важно, что полк меньше роты, но у четверти грудь в орденах. Эскадрон ваш блистательный ротмистр сплошь почти в офицерских чинах. Каждый ведает цену ошибки и победы пленительный вкус, демонстрируя в яростной шибке восхитительный сабельный шлюз. Парадам, парадам, парадарам, парадам. Ах, голубчик, и мне не до смеху, и досада срывает слезу. Нашу родину предали сверху и бездарно пропили внизу. Оттого против дьявольской силы повелел нам 17-й год поднимать цвет и гордость России, как надежды последний оплот. Кто-то сыщет бессмертную славу, кто-то сгинет поверженный в прах. Когда лава проходит сквозь лаву на карьерам идущих конях, только всплеск угасающей мысли, да бездонная ночь, как смола. Если кто-то безжалостно быстрый рассекает тебя до седла. Парадам, парадам, парадарам, парадам. Мы невольники истинной веры, это явь, как она не горька. Нашу честь, господа офицеры, не увяжешь, как тюк в тарака. И когда над Россией тучи расползаются вроде чумы, кто-то ж должен вмешаться, голубчик, кто-то ж должен вступиться, голубчик. Ах, голубчик, ну кто, как не мы? Запомните, поручик, одна шальная пуля может вызвать море крови.